Тамбовский кинолог и его немецкая овчарка Нельса стали лучшими в России. В соревнованиях, которые проходили в Вологодской области, приняли участие более 400 специалистов-кинологов со всей страны. Конкурс включал в себя несколько номинаций, в одной из которых тамбовчанин и его подопечные показали лучший результат. С победителями пообщалась Юлия Саушкина. Уже пятый год, как Сергей Китаев приходит на работу словно на праздник. Здесь с неподдельной радостью его встречает немецкая овчарка Нельса. Для Сергея она не только лучший друг, но и верный соратник. Нельса – следовая собака. За 4 года работы на счету тандема сотни раскрытых краш и 2 победы в крупных соревнованиях. Китаев Сергей Владимирович в должности младшего инспектора кинолога с 2011 года. Зарекомендовал он себя как с положительной стороны, пользуется авторитетом среди личного состава центра. Также хочется отметить, что это его не первая победа. Так, в 2013 году проводились всероссийские соревнования кинологов, где также он занял первое место со своим питомцем по выборке вещи. В этом году всероссийские соревнования кинологов принял Череповецкий район Вологодской области. Конкурс проходил в несколько этапов. В номинации «Выборка вещи» Сергей Китаев и Нельса показали лучший результат, оставив позади представителей 84 регионов. Как говорит Сергей, характер у Нельсы – дай бог каждому. Возможно, именно это помогло напарникам одержать победу. Она повторяет мой характер, я спокойный. Правильно говорят, когда какой хозяин такой собака. То есть, чем спокойнее, уравновешенный человек, тем более спокойная, уравновешенная собака. Команда все выполняет. Еще один секрет успеха, говорит кинолог, определенная манера общения с подопечной. Заученных команд и дежурных фраз недостаточно. В общении с собакой нужно проявлять эмоции. Молодец, хорошо. Молодец. За победу в конкурсе Нельса получила особую похвалу. Однако, как утверждает Сергей, для него не важно, сколько баллов заслуживает работа его подопечной. Главное, что сам он уверен, моя собака лучшая. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Анна Мусатова. Область новостей.